В первый день весны на льду стадиона «Труд» состоялись автогонки. В соревнованиях приняло участие более 40 пилотов из Пермского края и близлежащих регионов. По подсчетам организаторов, зрителями стали 3000 человек. Заезды прошли по трем классам. Это выступления юниоров от 12 до 18 лет, заезды взрослых участников и заезд на заднеприводных автомобилях. Одновременно на лед выезжало несколько автомобилей. Главная задача, как и на всех гонках, прийти первым. Трек 400 стали не единственными соревнованиями среди автолюбителей на стадионе «Труд» в этом сезоне. Уже 7 марта в городе состоится первый кунгурский дрифт. Пилоты покажут мастерство в управляемом заносе автомобиля. Вход на мероприятие платный.